Итоги ЕГЭ-2016 подвели в городе. Самыми популярными предметами на выбор у риотовских выпускников стали обществознание, английский и физика. 46 человек, помимо аттестатов, получили золотые и серебряные медали. Есть и такие, которые набрали максимальные 100 баллов по русскому языку и литературе. Таких учащихся в этом году у нас 3. 2 учащихся из гимназии русский язык и литература и 1 учащийся из 5-й школы, тоже 100 баллов по русскому языку. Есть те, кто не справился с испытанием. Их тоже 3. Они повторно сдавали экзамены по математике. Сейчас ожидают результатов. Если и эти будут отрицательными, пересдать предмет ребята смогут только в следующем году.